Папа, можешь телефон в рюкзак кинуть? Кинуть его в рюкзак? Ага. А нахуй? Это Олежа. И он снимает... А когда он приходит домой, он снимает своих детей, животных и жену для передачи «Веселые видосики». Сегодня я проснулся раньше любимой. И теперь любуюсь, как она спит. Доченька, ты просила показать тебе прием из рестлинга. Вот, пожалуйста. Так, кто колбасу со стола спер? Да ладно, она мне все равно не понравилась. Котяра, включи свет по-братски, а? Вот это я называю умный дом. Дорогая, постирай вещи, пожалуйста. Упс, гантелю забыл выложить. Сынок, неси большой черный пакет и пилу. Сынок, ты занят? Понял? Не буду мешать. Он играет в Warface. Это надежный, проверенный временем, бесплатный шутер с постоянными обновами. Он доступен в Store My Games без всяких ограничений, с огромным выбором PvP и PvE контента на любой вкус. Любители PvP могут играть в 10 режимах и участвовать в соревновательных матчах. Кстати, прямо сейчас проходит турнир VK Play Cup с призовым фондом в 17 миллионов рублей. Приходите на финал турнира в Москве с 17 по 19 июня. Присоединяйтесь к надежному шутеру и опробуйте все новинки Warface по ссылке в описании. Никакого корма, тебе надо худеть. Дорогой, у нас совсем нет еды. Придется жарить кисю. Давай, сынок, разыграем маму. А говорили, что это страшный сериал. Дорогие друзья, вы можете оставить свои комментарии к этим видосикам. Ставьте тайм-код и шутите. Самые смешные комментарии получат мой усатый лайк. Растяпа. Жена, неси пылесос. Дорогой, давай собаку заведем. Ну давай заведем. Завелась. Дорогая, извини, но наш котик уже не вмещается в дом. Теперь он будет жить на улочке. Дорогой, как там погодка? Ветрено. Чего развалил тут свои яйца мохнатые? Отойди, шерстяное говно. Видишь, я работаю. Моешь постоянно, а шерсти все равно до жопы каждый день. Да... Это умный пылесос. Так, шарик, иди-ка сюда. Котик, ты где? Можешь праздновать. Яйца мы тебе отрезать не будем. Сынок, ты покормил котенка? Нет! Я решил уйти с Ютуба. И теперь работаю на заводе. Вот тут пальцы твои оторванные будут прыгать, как белка в колесе. А вот тут твои кишки по маховике сначала раскрутят, потом ошметки полетят. Да ты не ссы, вон последний раз Михалыча спасли, сколько успели. Обе ноги в гробу целехонькие лежали, в брюках отутюжены. Я передумал. И на этом все, дорогие друзья. Если вам понравилось, ставьте лайк.